В городском округе Люберцы прошло экстерриториальное голосование. Переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей выбирали депутатов законодательных органов. Подробности далее. Светлана Кавун переехала в Люберцы из Луганской народной республики 2 недели назад. Сегодня в ее родном регионе проходят выборы. Но несмотря на расстояние, она смогла принять участие в этом важном для нее процессе. Я очень благодарна тому, что я могу вдали от дома проголосовать и чем-то помочь, поспособствовать процветанию Российской Федерации. Такую возможность имели все жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые на данный момент находятся в Люберцах. Для волеизъявления граждан создали все необходимые условия. Экстерриториальные участки оборудовали местами для наблюдателей и выдачи бюллетеней. В помещениях установили ящики и кабины для тайного голосования. Прошло все максимально удобно, очень быстро. Приятно, все вежливые, никаких замечаний нет, и ну, все очень комфортно прошло. Спасибо большое. Голосование проходит в штатном режиме. Избиратели приходят, голосуют, все проходит спокойно. Также в наши избирательные комиссии поступают заявления о голосовании вне помещения. Все заявления обрабатываются. Экстерриториальное голосование проходило в городском округе Люберцы с 1 по 4 сентября. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.